тебе, добрый человек. Святой отец Силантий как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к свету истины. Только оружие не скрывай. Народ у нас мирный, не стоит оттуда. Электричеством и прочими соблазнами дьявольскими и даруют спасение. Вы злые, злые, никого вы не спасаете. Наших всех убили, папу моего убили. Сатанинское отродье. Бог накличет на нас гнев Всевышнего. Бог накличет. Надо их терпеть. Изгнать их! Изгнать! Терпение, братья и сестры! Смирение и терпение! И мы должны вы принимать ближних! Сюда, наверх! Спокойно, братья, спокойно! Запер супостат! Никуда не деться ему! Скоро здесь будут наши воины-подвижники! Вот этот дядя с паровоза! Он нас спасти пришел! Правда, Боже! Я уже и не надеялась! Мы с дочкой тоже не отсюда! Силантий нас уже год в церкви держит! Да, мостовики говорить серить и камень не станут! А я все-все расскажу! Артём, я с лодкой тумана вынырнула! Ох, техноборцы! Подручные Силантий выявились! Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями! Уходите! Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артём, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщине позже поможем, не переживай. Похоже, ничего. На лодке пришел. Аккурат пропасть была. А потом что? Да вот вроде тут было, а потом рот. Нету. Точно лукавый его послал. И отец Силантий говорит. Да зна... Ну, что в землю свалился? Женщину с ребенком, но ты справишься, я знаю. Это свиданечко. Сводишь меня к нужнику. Убили его! На тебе! На! Да, патроны вышли!
Душой чую, здесь он! О, померещилось. На что вон вот. Это что? Вроде стоит. Лежишь? Что там такое, братья? Вон там, за колонной. Готовься предстать перед судом, господин! Вон он, собака! Без крови уйти не вышло. Теперь они еще сильнее нас возненавидят. Ладно. Артем, я встретила Катю и Настю. Увидимся на Авроре. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Артём! Сюда! Давай!
Это, блядь, что было? Кит? Ух и здоровый, сволочь! Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знаменем? Аня уже рассказала про сектантов. А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Да где там? Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот Мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету сжить хочет. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди и в бинокль гляди. Хотя тут есть возможности сувениров домой привезти. Глянь-ка, там самолет валяется. Мне только оставь там чего на память, а то мне тут сидеть еще. А вот и Артём. Вернулся из бездны оккупации. Живой! А то нам князь тут таких ужасов понарассказывал. Катя, спасибо вам за сведения. Но я хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, да и только. А, понял. Артём, подойди-ка. Артём, спасибо вам. Если бы не вы, нам бы точно не уйти. А так они все отвлеклись. А там и Аня нас встретила. Артём, зайди после бати ко мне. Артём, молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. В порту скрывается некий крест. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. А теперь мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Они по нему сюда год назад... Как тебе рюкзак-то? Не трет нигде, не давит? Крепления не бренчат?
Нам с ней всем повезло. А у меня тут для тебя подарок. Хорошо бы твоя. Тихарь, помнишь? Пневматика. Но мощи хоть отбавляй. И пули к нему легче легкого делать, хоть на коленке. Главное, давление в баллоне держи. А то не выстрел получится, а пшик. В остальном, безотказная штука. Уж я постарался. Так что, носись честью. Ну и не забывай ко мне заглядывать периодически. У меня тут еще есть кое-какие идеи, как его улучшить. Катя, Настя, идите чай пить, не стесняйтесь. Спасибо. А вы, Катя, откуда... Но хоть что-то знаем, потому что в целом только запуталось все. Эх, что ж с тобой делать-то? Привет, Артём. Здорово, Артём. Ты там молодцом выступил, наслышанный. Артём, ты в порт? Я Алёшу скоро меняю, так что прости, не могу с тобой. У него рука до сих пор ноет. С Южного Урала. Пару лет назад услышали, что место на Волге есть хорошее. Приехали сюда.
Поднимайся! Ну ты суров, братка! Аж же приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хуч-мутанты, дело знают. Если деревенских поймают, то тем сразу карачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово! Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу валить начали. Ну так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тут, а. Верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, вот. А какой я сатанист? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишко еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой место немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два. Еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы и ни почем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу. Вон, видишь, мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь-рыба у них там обитает. Как есть идиоты.
Еще правее. Где вагонов куча? Это депо бывшее. Там сейчас бандюки обосновались. Ну, вообще, место богатое. Да и вокруг ничего так. Охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. Тут все логово мое. Вот так и живу. Не дворец, но опасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Верстак вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуйся, материалы вот лежат. Вообще, все, что видишь полезного, забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Давать. В общем, братка, у меня этот чемодан не только что для виду. Мозгов там девать некуда. А руки, видишь, золотые. Не пожалеете, что взяли. Рванем, братка, на восток. Я вот тут-то у деревенских махрой разжиться успел. Ну, пока они мне не турнули еще. Вот ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту и не пускают. Артём, ты меня звал. Там было так хорошо.
Ну, я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного...